Приветствую вас, мои дорогие друзья. Да, как вы сейчас поняли, я вышел к Омешке на нее посмотреть что-то. Да как, и на самом деле хочу вам задать один вопрос из всего, что мы тогда в прошлый раз сняли. Я поотвечал на ваши комментарии, я сказал по поводу тормозов. Но такой вопрос у нас на повестке дня. Смотрите, как бы вы поступили? Вот давайте я все обрисую. Смотрите, передние суппорта я планирую перебирать, так как купить шансов новые практически нет. Вот они. Здесь надо, конечно, разбираться, все это будет диски тормозные менять, хотя они еще как бы могут послужить, но вы меня знаете. Соответственно, кроме этого, я уже говорил, что буду ставить себе медные магистрали, но вопрос остался по задним суппортам, так как тут есть варианты. Смотрите, либо мы перебираем старые суппорта, оригинальные, вот они, либо мы покупаем новые китайские от фирмы Stevax. Такие продаются. И, кстати говоря, новые стоят по 4000 рублей. Так вот, такой вопрос. Смотрите, чтобы мне перебрать вот этот вот суппорт оригинальный, первое, мне его нужно нести на пескоструй. Это рублей 500-700 стоит процедура, то есть одного суппорта, чтобы его вычистили от этой всей ржавчины, чтобы он приобрел, ну, так сказать, вид. Ну и затем, конечно, желательно его будет покрасить, чтобы он опять вот не оброс вот этим всем. Плюс надо будет купить набор для переборки, это где-то 1000-1500. В сумме мы имеем где-то 2-2500 на суппорт. Так я и подумал, а может быть сразу купить новый, там же уже все это будет. И не париться, просто потом поменять местами. Просто есть ли у кого-то из вас реальный опыт обладания китайскими новыми суппортами? Потому что мне вот интересен этот вопрос. Конечно, я сторонник ставить максимально все новое. Да, в эту машину, что возможно, конечно, купить, так как и так уже нету того изобилия, как раньше, да, что можно новое практически все сюда купить, там, крыло вот поменять. Ну, увы, к сожалению, приходится с этим мириться, поэтому хочется максимально новое, но все-таки я хочу спросить, вот стали бы вы ставить себе китайские суппорта, ну, или все-таки перебрали бы оригинальные?